Мне 27 лет, и я приехал с далекого края, из Сибири, с города Кемерово. Участвовать в «Голосе» мне подсказали мои друзья. Шикарный тембр, очень потрясающие эмоции испытываешь, когда слышишь Димин голос. Я приехал на этот проект, чтобы ответить себе на самый главный вопрос. Я хочу понять, чего я стою. Ну, на самом деле, мы пришли сюда за победой, на меньшее мы не согласны. Может, и никто не повернется, я самокритичен к себе. Это мое положительное качество. Он самый лучший, самый талантливый и самый любимый мужчина. Он обязательно победит. Если на столе крепкий, ароматный цейлонский чай Бернли, а по телевизору идет программа «Голос», вечер точно удался. Прежде всего, это касается гурманов и ценителей настоящего искусства. Намного волнительнее будет, если кто-то обернется, я пойду дальше. Потому что сейчас терять нечего, а вот дальше уже будет обидно. Пожелаю только везения. Со всем остальным я могу справиться сам. Все в моих силах. Я однажды проснусь, а вокруг мир другой. Свет чист, бесконечно прекрасен. А на троне высоком царится любовь, а на меньшее я не согласен. Под хрустальным мостом реки чистой воды, и никто нам цветами не властен. И не дерево счастья, а счастье сады, а на меньшее я не согласен. Нет. Однажды проснулся, а вокруг мир другой. Свет чист, бесконечно прекрасен. А на троне высоком царится любовь, а на меньшее я не согласен. Я штаны надел, пока шел. Ничего, не страшно. Ну ладно, уже можно. Можно расслабиться. Как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Мне 27 лет, я приехал с Сибири, с Кемерово, Кузбасс. Я сказал 27. Земелюшка. Пристыдили, я не следил за вашим. Я из Новосибирска. Класс. Ага. Отлично. Ну так я, в общем, ничего страшного, что вы за мной не следили. Мы будем следить друг за другом в ближайшее некоторое количество времени. Я очень рада. Добро пожаловать на «Голос» и в команду ко мне. Спасибо за доверие. Скажите, пожалуйста, еще пару слов буквально. Вы чем занимаетесь? Вы живете в Кемерово до сих пор? Нет, я приехал полтора месяца сюда назад, чтобы успеть все формальности, попасть сюда. Специально для «Голоса»? Да, я взял вещи, все, что за 27 лет нажил, поехал в четырехдневное путешествие по России. И останетесь на подольше, кажись. И да, выходит так. А чем вы занимаетесь в Кемерово? Я продавал интернет одной очень большой компании. Вы не пели?
Я пел, это был мой заработок тоже. Простите, у Пелагеи сейчас нервный срыв, потому что ей очень Почему понравились. Же? Я вполне себе в себе. Я очень довольна. Скажите, один вопрос. Микрофон отдаляли на высоких нотах? Да. Да. Не надо было. В следующий раз выйдете, просто чтобы не забыли все. Не надо отдалять, у него лимитер наверху стоит, и он ловит очень хорошо, придавливает верхние ноты, выравнивает. Вы отдаляли, потому что использовали его как бы в сценическом варианте. То есть, когда люди сидят, вы работаете, чтобы не бить по ушам, вы отдаляете. Здесь не надо. Из-за этого неровно немножко звучало внизу, звучало очень красиво и так далее. Когда наверх шли, было понятно, что ноты все есть, все на месте. Чувствовался, наверняка, думаю, отдаляет микрофон. Не отдаляйте в следующий раз, будет все хорошо. Будет все хорошо. Да, давай, будем вместе работать. Слушайте нас, старший. А я была за. Я хотела послушать интригу, какую-то пыталась соблюсти. Дмитрий, в нашем полку прибыла. Ура! Спасибо, Пелагея. Спасибо, ребята. Все, можно выдохнуть. Все выдохнули. Это голос. Я тебе... Дима, хорошее чувство юмора, хороший голос, красивая внешность. Кому-то достается все, кому довести только голос. Я тебя поздравляю. Не занижайте себя. Добро пожаловать на борт. Клуб Дим. Спасибо. Спасибо.